Всем привет! Хочу сейчас показать, как блокировать пользователей, которые пишут нам совершенно нелестные комментарии. Вот один из них. Видите, когда наводишь на него курсором, то появляется его страничка. И мы резко переходим на Google. Здесь изображен значок Google. Я захожу на его страницу. И вот здесь сбоку вот написано About, и потом идет вот таких три как бы точки. Нажимаете на эти три точки и здесь вот заблокировать профиль. На него нажимаете. Все, этот человек заблокирован. Идем назад. Значит, сейчас я хочу открыть полностью его страницу на YouTube. Вот как она выглядит. И знаете, еще нужно вот здесь на самом канале YouTube сбоку изображен флажок. Еще здесь нужно тоже заблокировать его. Вот здесь есть заблокировать пользователя, пожаловаться на оформление, пожаловаться на значок, пожаловаться на пользователя. Но мы будем блокировать. Все, заблокировала пользователя. Отправить. Отправляем. И этот человек под неизвестным ником и неизвестной фотографией уже больше никогда не зайдет ко мне на канал и не напишет гадость. А знаете, почему решила сделать это вот видео? Потому что я раньше делала только блокировку на YouTube, но если только блокируешь, вот как сейчас только на YouTube, они еще какое-то время продолжают вам писать в ответ, но это как бы очень неприятно. И потом мне Лена вот подсказала, Лена из Сан-Диего, наш канал Америка, наш Сан-Диего, она мне подсказала, что нужно еще в Google обязательно блокировать. И вот когда я стала и Google блокировать, и канал, то все, уже больше человек, он не сможет вам написать никакой гадости. Еще просто, что меня сподвигло именно сегодня на это видео. Так, это мой канал. За утро, ну, вернее, за день, вот именно на это видео, где я вам сейчас показала, там видео о мастер-класс делал Виктор Лебедей из автомобильных покрышек. Вот таких 5 одинаковых комментариев от разных людей, от разных троллей. С оскорблениями, с матами в мой адрес. Так что все они заблокированы, все удалены. Ну, надеюсь, может быть, кому-то это тоже поможет, потому что очень часто блогерам приходится блокировать, и, может быть, на первых порах кто-то не знает, как это делать.